Наличие продуктов первой необходимости и мониторинг цен на продовольственные товары. В Люберцах регулярно проверяют торговые объекты, которые в условиях пандемии продолжают свою работу. К очередному рейду в крупном сетевом магазине присоединилась и наша съемочная группа. Возьмем на примере гречневой крупы. В приложении у нас есть такая позиция. От 55 до 160 рублей – таков диапазон цен на пачку гречневой крупы в этом супермаркете. Информация с фотоотчетом о наличии и стоимости товара в режиме реального времени отправляется в Министерство потребительского рынка Московской области. Всего мониторингу подлежит 8 позиций жизненно важных продуктов. Ежедневно мы проводим мониторинг товарных позиций, которые нам присылает Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Самые основные позиции у нас – это гречневая крупа, крупа, рис, макаронные изделия высших сортов, твердых сортов пшеницы, куры. Если какой-то товар отсутствует на полках, происходит перераспределение продовольственных потоков. Как показывает практика, недостающие продукты поступают в магазин уже на следующий день. Больше месяца назад были провалы в крупах, особенно там гречка и прочее, то сегодня этого нет, сегодня это все в наличии. И цены, как очень низкие я оцениваю, и до цен, которые, может быть, и высокие для обычного жителя. Но здесь товары на любой вкус, самые разные, поэтому у нас каких-то, скажем, отсутствия каких-либо товаров просто нет. На сегодняшний день в Люберцах представлено 12 крупных сетевых компаний. На территории округа работает более 160 магазинов. В период самоизоляции во всех торговых объектах усилены меры безопасности. Продавцы и кассиры работают в масках и перчатках, а для соблюдения дистанции между покупателями на полу нанесена социальная разметка. Луиза Егазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.